А тим часом близнюки Максим та Денис сором'язливо ховають погляди від усіх, хто їх розглядає. До сьогодні брати були певні, після минулорічної невдачі їх забули. Пусть тебе поможе небо, остановить время, поднимая крылья твои небеса. Тоді, обравши участь у X-Factor'і замість навчання в університеті, хлопці залишилися і без диплому, і без сцени. А я прямі ефіри вас не беру. Здравствуйте. Привет. Цілуватися, обніматися. Давайте. Вас сегодня двое. Нас сегодня двое. Вы решили переформатироваться или что-то случилось? Наш друг Антон, который высокий такой, отказался, ну, не захотел в этот раз ехать участвовать. Максима та Дениса теж відмовляли їхати на X-Factor цього року. Мовляв, вдвох вони там нікому не потрібні. Я не знав, как решить. Антон сказал, что он не поедет. Я позвонил маме, говорю, мам, ну как бы, а вот что подскажешь? И она сказала такую мудрую вещь, говорит о том, что, сынок, ну как бы, делай то, что ты делаешь. Ты этого хочешь? Ответь себе. Я говорю, да, хочу. Говорит, ну все, какие вопросы? Иди просто к своей мечте и все. От всего сердца за вас болею и с вашими друзьями поддержу вас. Ведь хочу еще, чтобы все сложилось в этот раз для вас ярче. Хорошо, мы очень этого хотим. Прошу вас на ступенечки. А мне так даже больше нравится. Ну, вдвоем. Як вам було спостерігати минулий сезон без вас? Просто цікаво. Во-первых, интересно. І, ну, немножечко, конечно, грустно, що так вийшло. На їхньому місці могли би бути ви, так? Возможно, да. Що ви нам приготовили? Леонид Агутин «Два маленьких огня». Ми зробили кавер на неї свій. Да, давайте.